в Крыму часто бываю, но впервые останавливаюсь в Ялте «Интурист». Само название легендарное, мы знаем эти гостиницы «Интурист» по всему бывшему Советскому Союзу. И мне было очень интересно и приятно побывать и в Ялте. Прекрасная территория, по-моему, здесь можно, приезжая на отдых, не выходя из этого комплекса, получить максимум наслаждения. Поэтому как бы мне очень приятно впервые останавливаться в этом огромном замечательном комплексе. Мы здесь находимся в рамках Ялтинского международного экономического форума, и спасибо организаторам, что они выбрали нам именно эту гостиницу, чтобы мы здесь проживали во время этого форума. Наверняка мне представится еще возможность приехать сюда просто отдыхать с семьей, с детьми, потому что то, что я здесь увидел, произвело столько приятных впечатлений, что я обязательно расскажу как бы своим родственникам, близким, друзьям, чтобы они непременно воспользовались возможностью приехать сюда, отдохнуть здесь с семьей, там, с друзьями.